противошоковая малооперационная, которая появилась в приемном отделении с открытием регионального травматологического центра. Тут уже начинается обработка пациента, тут же начинается оказание противошоковых мероприятий. Ну, практически отдельный вход получается в это отделение, практически, да? Практически отдельный вход именно для таких пациентов. Угу. Сразу тут встречает бригада анестезиологов, реаниматологов, тут же встречает бригада хирургов, тут же встречает бригада, если необходимо, здесь нейрохирургов и травматологов. Угу. Вот это все оснащение. Ага. Все это оснащение мы получили согласно федеральной программе по снижению летальности от наружно-таразных происшествий. Все оборудования только закупленные в прошлом году. В этом году мы начали работать. Это все уже действующее, значит, это действующее, стоит, да? Все. А есть что-то, чего у нас не было, вот, допустим, в приемном покое до открытия? Вот этого кабинета не было. Угу. В этом кабинете у нас будет только старый МЛ-аппарат, да? Угу. А сейчас полностью вот это все оборудование. Угу. Ну, здесь практически можно сделать даже операцию какую-то уже, ну, небольшую, да? Не практически можно сделать. Любую операцию? Любую операцию. Если есть необходимость, если нет времени пациента перевести операционный блок, все операции для того, чтобы спасти жизнь человека, можно сделать и в этих условиях.